Arts Plus Production представляет. Привет, мои любимые. Давненько мы с вами не играли в пользовательские игры. Очень давно уже. И я вот решил запилить вам карту под названием Spin to Do. Spin to Do называется карта, кто меня не понял. Две буквы to do, они обозначают, что мы будем дефаться с помощью вышек. То есть мы будем убивать крипов, получать баболенцы и строить новые вышки. А если мне не изменяет память, по-моему, эта карта была еще в Варкрафте. Это было очень давно, честно. Мне тогда было примерно года два. Я хост, что ли? Нет, я не хост. Жалко. Так вот, в самом Реборне на новом движке я всего лишь видел эту карту разок. То есть до этого я загрузил, посмотрел, что да как. Сразу говорю, что я не профи, не нужно, чтобы у вас бомбил пукан и горела попочка. Просто мы с вами вместе посмотрим на данную карту. Я вам скажу, что она какая. Какая она офигенная, уматная. Посоветую вам поиграть в нее и так далее. Ну, как всегда, короче. Она предлагает выбрать, где мы будем строиться. А я буду здесь прям строиться. Вот и все, вот мы и выбрали. Давайте начнем, наверное, по стандарту. Как я посмотрел в прошлой игре, что многие строят Марту. Все строят Марту. Ага, не успел, да, братюня? Что ты хочешь? Что тебе надо, человек? Что происходит? Понятно. Опять неадекваты в тиме. Они везде неадекваты, вы понимаете? В доте неадекваты, даже в пользовательской игре неадекваты. Ну ладно, не так важно. Так вот, это не просто карта ТДшка, где мы дефаемся. Это нереально популярная карта. Ты понимаешь меня? Она сейчас очень популярная, эта карта, находится в топе. Все почему? Потому что очень быстро начинается игра. То есть, ты только нажимаешь начать игру, моментально находится 4 человека. Здесь могут играть только 4 человека. И начинается игра, просто доли секунды, даже не успеваешь там зевнуть. Как я уже сказал, играет 4 человека, у каждого своя сторона, свой цвет. Здесь можно ставить вышки только в кругляшки, типа подиум. И каждая вышка — это обычный герой из доты. Так вот, здесь очень много изюминок. Одна из первых изюминок — мне нужно построить вышку. Так, сейчас мы заработаем бабуленцы, мало бабла, еще надо... Одна из первых изюминок. Это здесь есть барабан. Да, мы можем тратить бабло. Так, сейчас, секундочку, я сейчас заговорюсь. Вот так вот сделаем. И построим виномансера. Я вам про что-то расскажу. То есть суть этого видео в том, что я просто вам рассказываю. Я рекламирую игру. А мы можем потратить или 10 монет, или 50. То есть сделать свою ставку. Вот наши монеты. И есть шанс, что мы что-нибудь выиграем. Ну давайте посмотрим. Давай, я же везучий, давай, оп. Опа, башер, ну это другое дело. Я же говорю, что я везучий. Теперь, допустим, мы или можем выиграть предмет, или можем подобрать его, убив босса. А что делать с этими предметами? Еще одна изюминка в этой игре, мы можем вышкам давать предметы. То есть мы сами собираем свою вышку, даем ей свои свойства. Можем дать ей скорость атаки, криты, спеш урон, баш и так далее. Замедление, дискади есть и тому подобное. Так, что у нас здесь происходит? 44 монеты. Ну, в принципе, так себе. Слегонца говница, ну ладно. Мы сейчас построим веносрансера одного. Вот он, веномансер. Теперь давайте пройдемся с тобой, мой друг. Давай пройдемся по вышкам. Что же здесь есть за вышки? А их здесь очень много. Мы просто нажимаем на любой кругляшок, чтобы построить вышку. И смотрим. Здесь 4 категории. У каждой категории своя стоимость. Первая категория... Ну ты понял меня. А вот они все вышки. И у каждой вышки свои свойства изначально. Например, вышка Веномансер. Она замедляет. Логично. Отравление. Вышка Марта. Криты идут. Потом у Аная урон по соседней цели. Потом идет Spirit Breaker, у него баш, ну и тому подобное. Это такие самые дешевые вышки, и от них толку меньше всего. Давайте я сейчас буду крутить рулетку, давай. Кручу-верчу. Очень хорошая, выпадет антирапира. Давай рапирку мне подгони, братюня. Ну, побольше бабла заработал.
Сейчас моя цель постараться вместе с вами заработать 300 монет. Придется пропустить крипов, да, но я хочу заработать 300 монет. Идем дальше, смотрим остальные вышки. О, вторая категория вышек, например, с плэш урона, это у нас Свен. Минер, прикольная вышка, вы ставите вышку минер. У нее атака с руки ничтожна, но она ставит мины. Она просто ставит прям сюда вот мины, и крипы взрываются, офигенная вышка. А, ВД. ВД кидает стан, ну, свою колбу. Не колбу, этот. Ну, вы поняли, короче, черепок кидает свой. А дальше идет Вивер, у него двойная атака. Ну, это так себе вышка. То же самое, вот пример, да? Здесь надо учитывать, самое главное, смотрите на атакующую мощь и скорость атаки. То есть, типа, вышка есть SF, да? Там у нее есть души. Если мы поставим эту вышку, мы можем там проапгрейдить ее, набрать душу. У нее будет атака почти 5000. 5000 атак, это очень большая атака. Но там скорость атаки просто ничтожна, то есть не стоит того. Зарабатываем бабло, зарабатываем. Вот, рапиру выиграл чел. А, следующая категория, здесь уже подороже. Здесь вот это я хочу построить. Это одна из самых лучших вышек, это Луна. У нее, получается, Сьюрикен прыгает по соседним целям. И хорошая атака. А, нет, мы сыграем по-другому. Да, я хотел по-другому показать вам. Это в прошлой игре, я посмотрел, как другие играют через Луну. Ну, когда вы будете играть, я вам советую играть через Луну. Офигенный герой. А мы сыграем через снайпера. Я хочу поиграть через снайпера, попробовать. Нужно 280 монет. Попробуем заработать. Пока мы на предпоследнем месте. Ну почему? Да почему, жадька? Ну ничего страшного. Ну и последняя категория. Самая дорогая, но это самые топовые герои. Кстати, здесь еще есть такой герой, как Висп. Но он получается как вспомогательный. То есть мы ставим Виспа, он присоединяется к вышке и дает ей скорость. Самое главное, это скорость. То есть там вообще огромная скорость появляется. А, я пока не знаю, сколько крипы проходят кругов. Они, по идее, по кругу бегают, там, раз, два, три, а потом уже идут в центр. Так вот, если вы пропускаете их сюда вот, вы теряете жизни, которые здесь находятся. Так что не нужно пропускать крипов, не надо. Давай, чувак, 70 монет, давай. По одной монете дают, что за бред? Давайте крутнем, может, не успею крутнуть. Давайте крутнем после него. И, быть может, мне повезет, я выиграю бабла. Оп, оп, оп. Рапир. Вот рапир вообще, я бы с удовольствием бы ее выиграл. Офигенно, арт. Нормально. Вот, видите, да? Я бы мог пропустить. О, пропускают люди, пропускают. Осторожно. Быстрее, быстрее. Мы уже начинаем пропускать. Надо быстрее апать, апать. Героя ставят. Снипер, где ты мой снипер? Батарея. Поехали. Мне должно повезти. Я вам покажу игру примерно минут 10. Самое главное, чтобы я вам рассказал про все нюансы. Ну, говно. Ну, так себе. Он увеличивает урон по крипам. Ну, так, говно. Просто говно. 240 монет. Еле-еле монеты капают. А, мы можем также продавать вещи, которые у нас в инвентаре. То есть нажимаем «Продать». Также можно продавать и вышки, можно их апгрейдить. Но я пока не буду апгрейдить. Внизу написано, сколько человек убила данная вышка. Давайте глянем, что у наших союзников. Ну, здесь у него Марта и Ланая. Ну, не знаю, так себе вроде. У нас будет лучше, у нас будет лучше всех. Ну, пока убиваем, да, убиваем, хотя пытается зайти на базу. Виномансер есть, это хорошо. Я поставил бы еще, наверное, ВД-шку одного, и все. Ну, после снайпера. Вот сейчас будет у нас снайпер. А, преимущество снайпера в том, что у него огромная атака, да? Но он медленный, как и многие, и огромная дальность. Поэтому мы поставим его на задний план. Вот сюда вот поставим снайпера. Где он? Нет, снайпер у нас дорогой, 280. Вот он. Опа. Зато он пока с одного удара будет убивать всех крипов. Это уже хорошо. А, подожди. Нам нужно будет правильно поставить виспа, чтобы он... Видите, здесь, насколько я знаю, висп, он случайным образом соединяется. То есть, если мы поставим сюда вот виспа, вопрос в том, кому он подсоединится. Ну, до этого еще дожить надо. Все равно мы до этого не доживем. А, почему я хочу ограничить 10 минут? Потому что игра очень большая, честно. В нее я играл в прошлый раз примерно 45-50 минут. Там была 47-я волна. Это очень долго. Плотва. А, кстати, это босс. Да, вот за босса здесь... дают предметы хорошие. И давайте почаще играть в рулетку.
Нам нужно... Самое главное, смотрите, всегда играйте в рулетку. Всегда. Нужно выигрывать. Нужны предметы. Давай, Огар, не подведи. Так. Опа. Говно ссаное. Просто говно. Что, заберем кого-нибудь? Ну, не забрал. О, забрал. Снайпер забрал. Мне дали подарок полное говно. Поздравляю. Дали Orb of Venom. Вообще бесполезное говно. Снайпер, снайпер. Ну, давай, братья, на себя вся надежда. На тебя вся надежда. Давай. Отлично. Еще предмет дадут. Да? Где мой предмет? Ублюдки, я добил босса. Ладно, давайте попробуем этого добить. Давай, братюня. Опа! Ну, предмет, предмет, предмет. Не хотят. Видимо, нам дали один раз предмет, и все, больше нам не дают. Ну все, такими темпами мы должны побеждать. То есть, я говорил, что самый легкий способ это строить луну. Построить. Вот она, луна, да. Ну, штуки 2-3 построить. И потом строить дорогих. Вот этих вот строить. Можно построить... Ну, не можно, а нужно построить виспа, чтобы он приклеился к луне. У нее будет офигенная скорость атаки. Я попробую дальше поиграть через снайперов. Буду ставить снайперов и к ним буду виспов ставить. Прямо так вот. Снайпер, висп. Снайпер, висп. И будет профит. Так что игра отлично. Я вам советую, обязательно поиграйте в эту карту с друзьями. Можно пофаниться, поугарать. Можете соло поиграть. Я говорю, игра находится... Очень быстро, то есть вы можете сами хастануть, люди набегают и начинается игра. Всем спасибо за просмотр, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.